Ну, основная причина обращения к пластическому хирургу – это недовольство своим отражением в зеркале. В силу своей работы очень много общаюсь с разными людьми. И мне, конечно же, хотелось бы, чтобы при взгляде на меня у людей настроение не портилось, а наоборот поднималось. И, конечно, вот это несоответствие отражения в зеркале тому, что я чувствую внутри себя, это немножко напрягает. Вот. И поэтому я стала искать некое решение, которое бы позволило бы мне решить это. Когда шла на консультацию, я даже и не думала про нос. Мы стали обсуждать какие-то моменты, и вдруг я подумала, да, действительно, я всегда об этом думала, почему бы и не сделать это сразу.